Всем физкульт-привет! С вами Александр Маркелов, и сейчас мы будем проводить онлайн-жеребьевку для организации проведения нашего ежегодного турнира по уличному баскетболу 5 на 5, посвященного всероссийскому празднику День знаний. К сожалению, на данном турнире в связи с ковидными ограничениями принять участие сможет лишь только 8 команд. Но это не беда, ведь турнир все равно состоится. По какой схеме мы будем проводить жеребьевку. Я здесь предварительно подготовил турнирную сеточку. И мы будем вытягивать вот из этой мисочки команд, которые я предварительно подготовил, 8 команд, которые зарегистрировались, заполнять в начале каждый четвертьфинал по одной команде. Второй круг, когда мы будем тянуть, мы будем определять соперников первых четвертьфиналистов. Ну что, если готовы, что называется, понеслась. Чуть пониже, чтобы всем все было видно. Вот здесь у нас 8 команд. Вот я их перемешаю, чтобы не было ничего видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Перемешаю еще раз. Вот ничего не вижу, мешаю. И начинаем тянуть. Итак, первая команда у нас будет команда Rebound. Так, второй четвертьфиналист у нас будет команда Sound Ghouls. Так, третий четвертьфиналист у нас будет команда Севера. И четвертый, помешаю, четвертьфиналист у нас будет команда Ханумон. Итак, теперь определяем соперника команде Rebound. Помешаем хорошенько. Эта команда у нас Телеги. Определяем соперника команде Saint Gus. Это будет команда у нас Петроград Старс. Петроград Стар. Петроградские звезды. Соперником команде Севера будет команда Куш Гетто. И команде Ханумон будет команда соперник Ствулс. Вот у нас получилась турнирная сеточка. Надеюсь, всем все видно.
Эти команды уже буквально завтра будут бороться за звание лучшие в нашем турнире, посвященном всероссийскому празднику День знаний. Хотелось бы напомнить всем участникам соревнований о том, что турнир будет проходить по адресу Кронверский проспект, дом 45, на открытой дворовой площадке. При условии, если погода будет плохая, а именно будет сильный дождь, турнир будет перенесен в Центр спорта и физической культуры Петроградского района, который находится по адресу Каменноостровский проспект 26-28. Все это метро Горьковское. Пешком буквально 5-7 минут до каждой из точек. Так что, друзья, готовьтесь. Всю информацию, если будут какие-либо изменения, вы обязательно получите. С вами был Александр Маркелов. Всем пока и до следующего нашей встречи на турнире. Салют!